Советский народ торжественно отметил традиционный праздник – День военно-морского флота СССР. Тысячи ленинградцев стали свидетелями парада боевых кораблей дважды краснознаменного Балтийского флота. Парад принимал командир ленинградской военно-морской базы адмирал Байков. Военные моряки, как и все воины вооруженных сил, всегда готовы выполнить приказ по защите морских рубежей социалистической Родины. Город морской славы – Севастополь. Здесь парад боевых кораблей принимал командующий краснознаменным Черноморским флотом вице-адмирал Сысоев. Демонстрируется боевая выучка моряков. Вместе со всем народом советские моряки готовятся достойно встретить 24-й съезд КПСС.